Ну вот пришли мы к ЗБ. Чё ты зыришь, я влог снимаю. Встретились с ребятами. Наталья Либерти, поздоровайтесь. Всем привет. Зона отселения. Скажите что-нибудь. Привет. Полина, ветер. Привет. И какой-то хер неопознанный. Пошли мы за лаз, решили не платить, не ходить ни к каким охранникам. Все, внутрь идем. Прям пиздец страшно. Обосраться можно. Тут уже ходил сегодня кто-то, походу. Сегодняшние следы. В подвал идем. Ну, пойдемте туда. Затоплено все, нет? Ходим по каким-то стрёмным местам с трубами. Никаких собак мы пока не нашли. Шахта, в которую падают школьники. Может быть, весело. Все древнее. Бычки собираешь? Парня жалко. Че ты ругаешься? Вы слышали, зона населения ругается. Сейчас придут здоровенные зеленые мужики и будут ругаться еще крепче. Все капает, все течет, заросло плесенью. И опять следы, следы, следы. Народ, это что, снег пошел? Или мне кажется? Не знаю, видно на камере или нет, но пошел снег. Блин, на камеру капнуло. 11 мая. Короче, пока мы ни на кого не нарвались. Мы все ждем. Чопов с электрошокерами. Семки в жопу, да? Мне много подписчиков из моей дружной семьи в 1500 человек спрашивали, была ли я в ХЗБ. Ну вот, я в ней не была, и вот я в ней первый раз. Хочу сказать вам, что тут нечего делать особо. Только если поискать охранников. Потому что такие прятки можно устраивать. Просто... Не знаю, вообще можно легко заблудиться. Ой, что он делает? В смысле палим? Вы сядьте, вы так. Ну пошли быстро туда. Вот мы на крыше. Вот это правильная сторона. Здесь нет, по идее, чопов, будок. Да, это сторона парка. Наконец-то выбрались на крышу. Вот тут солнышко светит.
членики в тесте. Как надо проходить мимо чопов. Ой. Вот центр ХЗБ. Все. Нет, забудется потом. Когда чопа примут. А вот там туча. Главное, чтобы дождик не пришел. Или снег опять. Самый опасный трюк. Давай, сделай это. Весь YouTube смотрит. Скользко. Помогите. Смотрите, какая высота. Обидно было бы заплатить на входе 200 рублей. Ой, на выходе. Это успех! Это успех! Не вставляйте, пожалуйста, мое свешивание. Там, правда, было неудобно держаться. Может, здесь повторишь? Здесь удобнее. Ну, здесь, если упаду, то упаду.